В первые дни после зимы хочется приятных перемен, которые хотя бы на время смогут отвлечь от груза тяжелых проблем. В библиотеке имени Аркадия Гайдара весну решили встретить экспозицией, которая, несомненно, порадует ценителей творчества и любителей рукоделия. Пейзажи и натюрморты, изготовленные из разнообразных материалов, подделки и аксессуары. Всего более 90 уникальных предметов от 35 авторов. Всех их объединяет одно – они работают в детских библиотеках. Мы, конечно, знали, что наши сотрудники талантливы во всем. И это очень замечательно, что свое свободное время они посвящают такому прекрасному занятию. Но я еще хочу отметить, что своими навыками они делятся и с нашими читателями. Задача детского библиотекаря – не просто прививать любовь к чтению подрастающему поколению, но и развивать творческие навыки ребят. Сегодня библиотека – место, где не только можно взять домой необходимую книгу. Это особенное пространство, пересекая которое ребенок может получить дополнительное развитие, обрести умение создавать красоту своими руками. Для этого не нужно приглашать мастеров-педагогов со стороны. Всему научат работники современных библиотек в совершенстве владеющих многими техниками. Открывшаяся выставка – наглядное тому подтверждение. На этой выставке представлены 5 моих работ в разных техниках. Вышивка бисером, вышивка крестом, картины по номерам. Работ у меня очень много разных, в разных техниках. Есть и алмазные вышивки, есть и квиллинг, и декупаж. Севастопольские мастера-библиотекари проявили небывалый полет фантазии. Отдельного внимания достойны созданные их руками аксессуары для женских нарядов, броши, изготовленные в единственном экземпляре из бисера, бусин и камней Сваровски, а также жилет и уютная шаль, вязаная крючком. Почему я именно ее представила? Во-первых, это самая последняя связанная мной вещь. А кроме того, что я обратила внимание, появилась интересная техника вязания. В узоре использование объемных таких в виде шишечек вязания столбиков. Мне захотелось попробовать. Ну, как мне кажется, у меня получилось. Большая часть представленных на выставке работ принадлежит специалисту библиотеки имени Аркадия Гайдара Нине Корчевой. Автор увлечена разнообразными видами творчества, а в последнее время ее внимание привлек акварельный скетчинг – быстрые зарисовки красками. Больше всего я, наверное, люблю фуд-скетчинг – рисование еды. И скетчинг в путешествиях, когда ты можешь не просто сфотографировать то, что ты увидел, какую-то достопримечательность, или то, что ты попробовал какое-то блюдо местное там, в кафе, но ты можешь это быстро зарисовать легким движением руки. Выставка «Не ярмарка библиотечных мастеров» работает в помещении Центральной городской детской библиотеки имени Аркадия Гайдара на улице Ленина, 76, до конца марта. Вход для посетителей свободный. Максим Давыдов, Анатолий Паньков, Севинформбюро.